Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь кавалера Ордена Мужества. Виталий Леонидович Потапов служил в войсковой части во Владивостоке. Погиб в служебной командировке в августе 1996 года в Чечне. Отдать знак уважения погибшему товарищу пришли ветераны Росгвардии, воспитанники отряда «Гвардейская смена», сотрудники и военнослужащие войск Национальной гвардии России. Под звуки военного оркестра прошла церемония снятия покрова с мемориальной доски. Честь открыть табличку предоставили заместители начальника управления Валерию Ефимову и председателю регионального совета ветеранов Росгвардии Игорю Ларину. Каждое время рождает своих героев, но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, вечно венчая собой лучшие качества человека, гражданина-патриота. Собравшиеся почтили память Виталия Потапова минутой молчания и возложили цветы к новому мемориалу.